Большая белорусская семья пополнилась семью новыми гражданами. На протяжении многих лет они были в нашей стране иностранцами с видом на жительство. Теперь стали полноправными гражданами. Волей судьбы оказались в Синеокой и только спустя годы получат белорусский паспорт. Двоим из вас решение о приеме в гражданство принимал президент Республики Беларусь. Приехали кто откуда? Из Сирии, Казахстана, Украины, России. Прожив здесь немало лет, они приняли для себя серьезное решение, обдуманное и хорошо взвешенное – принять гражданство Республики Беларусь. Такие решения горячо поддерживаются в нашей стране. Торжественно клянусь соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, быть патриотом Республики Беларусь, уважать ее государственные символы, духовные, исторические, культурные, национальные традиции. Со столь знаменательным событием в жизни новых граждан нашей страны поздравил начальник отдела идеологической работы по делам молодежи Пинского горисполкома Кирилл Юрченко. Когда граждане других стран приобретают наше гражданство, это большой и показательный пример, как я уже говорил выше, нашего миролюбия и дружелюбия ко всем. Независимо, Пинск даже еще можно считать, и он считается, правда, многоконфессиональным городом. Не только многонациональным, но многоконфессиональным, где очень много людей различных национальностей и различных конфессий нашли свою малую родину. Выходец из Сирии Джалал Раджа приехал в Пинск за своей второй половинкой. Признается, как только ступил ногой на нашу землю, сразу же в нее влюбился. Красивая страна, добрые люди, замечательные люди. Там много причин, считается. Природа, законы, люди добрые здесь, уважают друг друга всех. Самая красивая девочка в мире находится тут и самая добрая. И, в принципе, думаю, это мечта любого человека, любой мужчина найти прекрасную, замечательную женщину, как Беларусь. Эти люди давно укоренились на Полесье, живут и работают. Говорят, что здесь особый колорит и особые люди. Очень добрые люди, очень солнечное тепло. Отношения доброжелательные, очень люди добродушные, отзывчивые. Приятные люди, доброжелательные, миролюбивые. Вот именно вот это и я уже... Давно живу в Пинске. Пинск развивается, процветает, очень радует. Много делается для молодежи, для детей. Новые граждане нашей страны, наравне с другими, как и ранее, будут вносить свой вклад в развитие и благосостояние ставшего уже родным для них города Пинска.